Сегодня у нас вот такой вот приемничек Tricolor TV GS8300. Тут имеется такая проблема. Сейчас я вам покажу, короче, изображение. Вот я его включил. Он загружается. Блин, вот сейчас, в общем, нету. А так было. Вот здесь вот все рябило. Сейчас, видать, чуть-чуть конденсатор подзарядился и уже не рябит. Не могу вам показать, что сейчас происходило. Сейчас покажу дальше кое-что. Вот, собственно, сам приемник. В общем, бывает так, что при включении он там трещит, скрипит, там все такое. Всему виной вот эта деталюшка. Вон, видите, он вздулся, конденсатор. Этот конденсатор, он вспученный. Вот видите, он вот-вот бахнет. Исправный конденсатор, сейчас я покажу. Вот так выглядит исправный конденсатор. Видите, он никуда не вспучивается. Вот, вот такой конденсатор, это новый. А если он вспучился, то это уже все. Он не сегодня, завтра бабахнет у вас. Вот как-то так.